Здравствуйте, с вами Андроид Андроидыч. Сегодня хотел рассказать о прикольной аркаде, которая называется Jelly Cake. Давайте перейдем непосредственно к самой игре. В игре вы будете управлять желе, которое будет подниматься по стенке. Вот таким вот образом мы оттягиваем и собирать различные эти желе, другого цвета. Наша основная задача — подняться как можно дальше и не запороться. Будут возникать различные препятствия и многое другое. И вот, или вот так вот не успеть зацепиться. Игра обладает достаточно симпатичной графикой, такой мультяшной. То есть она прям привлекает взгляд, и ничего плохого не сказать не могу. И сама идея вообще оригинальная, ну по мне так, потому что реализована она очень прикольно и интересно. Вот на такие вот коле какие-то растения возникают из этих туннеля, да, из земли. Нельзя их касаться, в противном случае мы с вами запомнился. Я, наверное, сейчас уже ставлю рекорд и поднимаюсь все выше и выше. Интересная аркадка. Всем советую в нее сыграть. Думаю, тут не надо. Просто прыгаешь себе и расслабляешься без каких-то проблем. Дальше, думаю, будет сложнее гораздо. Вот уже у меня почти 100 метров я преодолел дистанцию и запоролся. Прикольная аркадка. Всем советую в нее сыграть. С вами был Андроид Андроидыч. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Давайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.